Я связалась с авторами. Они обещают феерично переписать, учитывая ваши замечания. Тексты будут готовы через неделю. Крайний срок 10 дней, им можно верить. Утешева поет? Да Утешева, Утешева. Прогон идет. Очень хорошо. Слышь, Утешев, мне на прошлой неделе японский предлагали за полтинник. Цель натянутый. Японский цель натянутый. Не взять грех. А я вот согрешил. На цветной телевизор купим. Цветной? Ты же вещь. Ага. Ну что? Можем начинать? Начинаем. Запускаем. Маш налево. Померим. Время пошло. Ставлю рубль, что он включится на 10-й секунде. Спорим на червонец, что он не включится раньше, чем через 1,5 минуты. Я чего-то не знаю. Многого, Леня, многого. Время. 8, 9, 10. Ты что-то с ним сделал? Так спорим на червонец или нет? 15, 16 секунд. 17. Последний шанс. Да подожди ты! 21. Петр, 22 секунды. До 99 секунды можешь расслабиться. Утешев, к Ивановскому зайди. Говорит срочно. Наверное, приемник подожди. Накрылся. Армейцы просто даже не успели опомниться. Совершенно какой-то неожиданный поворот. Чтоб меня. Время. 102 секунда. Ты увеличил время в 10 раз. Ты как это сделал? Руками, Леня. Руками. Ладно, я к Ивановскому, потом домой. Пожалуйста, оформи Постой, все бумажки. Пожалуйста. Да-да, конечно, я... Конечно, конечно. Да. Добрый день, Валентин Петрович. Добрый. Что нового в мире спорта? Впереди планеты всей. Ты к чему? Да, это я так. Валентин Петрович, мне бы сегодня пораньше уйти. У жены спектакль... Ребенка из детсада надо забрать. Ничего? Ты же знаешь, мне все эти ваши пораньше. Знаю. Валентин Петрович, очень надо. Тут из ЖЭТВа звонили. Откуда? Из журнала экспериментальной теоретической физики. Я просто не расслышал. Ну и что? Просит меня про наши космические перспективы несколько строк написать. И что вас останавливает? Да у меня и без этих шелкоперов хлопот хватает. Угу. Давай ты возьмешь. Ну, надо так надо. Справься за недельку. Я за тобой пройдусь и опубликуем на двоих. Лады? То есть свою фамилию хотите поставить? Меня же попросили. Не тебя. Правильно? Thank you.
Ой, куда прешь? Извините. Дороги мало. Простите. Алло. Добрый вечер. Да, это я. Все замечательно. Я все сделал, как и договаривались. Разумеется, у меня с собой Витебский вокзал, камера хранения. А номер? Не надо, я не буду записывать, я запомню, диктуйте. 812. Хорошо. Все понял. А когда? Сейчас? Черт. Да нет, все хорошо, просто мне ребенка нужно забрать из детского сада. А у жены спектакль. Пожалуйста, у вас билетик не найдется? Простите, у вас нет лишнего билетика? У меня только на балкон. Да простые. Да нет. Внимание всем цехам. Даю первый звонок. Монтировщикам покинуть сцену. Ну что? По-моему, красота. Красота красотенская. Ну что, все? Угу. Пошла искать образ. Угу. Ну, Варька, ну хороша, ну хороша чертовка. Павел Миронович. Что такое? Давно хотела вас попросить, но не хватайте вы меня так за руку сильно. Понимаете, кольцо, оно еле надевается. Я просил реквизиторов отнести в слесарку, чтобы растянули, но они опять забыли. Хорошо, я понял. Я не буду хватать тебя за руку. Спасибо, Павел Миронович. Но во втором акте я обязательно схвачу тебя за зад. Павел, ты не против? Эх, Варька, был бы я помоложе. Удешево. Что? Ну что? Ну ты сегодня вообще. Тьфу ты, спасибо, Марик. Стоять. Чего тебе? Спинку держим? Не будь игра. Иди к черту. Что, застряли? Даю второй звонок. Ребят, всем удачи. Варвара Игоревна, вы великолепны. Гражданин, товарищ. Да, в чем дело? Портфель забыли. Ах, да, что-то есть сегодня совсем. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Все, опоздал. А на черт с ним.
нежная ночь, а что за нежный взгляд? Осветителям и монтировщикам. Готовимся к переходу на восьмую сцену. Славик, давай быстрее. Мы и так задержали Анжелу Федоровну. Не мы, а вы меня задержали. И постарайтесь, чтобы это было последний раз. Я не обязана сидеть на работе до ночи. Анжела Федоровна, прошу прощения. День был очень тяжелый. Думаете, у меня был легкий? Уверен, что нет. Поэтому еще раз прошу прощения. Если бы понимали, что задерживаетесь, могли бы позвонить. Обязательно. Знаете, в следующий раз я обязательно постараюсь. В следующий раз приходите вовремя. Анжела Федоровна, еще раз прошу прощения. Добирался больше часа. А мне все равно, потому что помимо работы у меня есть своя личная жизнь. И учтите, если вы еще раз придете за ребенком не вовремя, я буду вынуждена поставить вопрос об его отчислении из детского сада. Славик, ты готов? Да. Я вижу. Подожди меня на улице. Ладно. До свидания, Анжела. До свидания. Федоровна. Вы прелесть, Анжела Федоровна. Славка каждый день приходит домой и рассказывает, какая вы чудесная, славная, умная женщина. Всего вам доброго. Пап, а? Я есть хочу. Что? Есть хочу. Ты тайны хранить умеешь? Ну, допустим. Давай так. Я тебе сейчас покупаю апельсин. Сладкий, оранжевый. Но перед тем, как пойти домой, мы зайдем в одно место. Это ненадолго, обещаю. Не хочу апельсин. Хочу мороженое. Славка, ты обалдел? Холод собачий на улице. Какое мороженое? Какое мороженое? Эскимо на палочке. Знаешь ты кто? На палочке. Ладно, будет тебе мороженое. Ура! Только обещай, придем домой, и ты съешь все, что бабушка на ужин приготовила. Обещаешь? Ну ладно. Так, пойдем-ка в телефонную будку, нам надо маме позвонить. Пап, можно я монетку заброшу? Ну, у тебя запросы, я тебе скажу. Ну, пап. Да я шучу, конечно, можно. Ура! На. Держи. Отец самый. У тебя хорошо, молодец. Ну так и я старалась. Обхохочешься. Варя, тебя к телефону. А кто? Понятия не имею. Мужик какой-то странный. Говорит срочно. Алло. Алло. Добрый вечер. Варвара Игоревна. Добрый. Кто это? Это большой поклонник вашего творчества. Да что вы говорите? А уж я-то какая поклонница вашего творчества. В таком случае. Варвара Игоревна, что вы делаете сегодня вечером? Что? Слушайте, дураки вы оба. У меня антракт всего ничего. Короче, Варька, после спектакля никуда не убегай. Я за тобой заеду. Хорошо, а чего вдруг? Случилось что? Нет. Сюрприз. Все, пока. Пока. Ну ты предатель. А вот и я. Где тебя носит-то? Я тебе кофе из буфета приперла. Остыл уже, поди. Спасибо. Да муж позвонил. Хочет встретить после работы. А чё это вдруг? Бог его знает. Говорит, сюрприз. Ой. Ты чего кислая? Да, о чем мне веселиться-то? Это ведь ты у нас счастливая. Муж гений. Пацан классно растет. Роли одни только главные. Да ладно тебе прибедняться-то, Свет. У тебя вообще-то тоже роли. И муж тоже как бы. Угу.
Вот именно что как бы. Как бы роли, как бы муж. Светка, да ладно тебе. Ну не кисни, все как-то устаканится. Ох, Варька, какая же ты все-таки счастливая. Внимание, даю второй звонок. Прошу всех приготовиться к началу второго акта. Ладно. Иди, а то на сцену опоздаешь. Иди, иди. Иди. Да когда ты будешь нормально учиться? Кто бы говорил? Вы что, хотите закрыть весь вклад? Да, все так. Такую сумму заказывать заранее. Я дико извиняюсь, но я об этом не знал. Простите, я что, не могу получить свои деньги? Я же вам говорю, такую сумму заказывать заранее. Понимаете, мне эти деньги нужны сегодня. Мужчина, вам же сказали. Такую сумму надо заказывать заранее. Приходите завтра, заказывайте и получите. Ну тише, там в очереди, тише. Спасибо вам за ваше участие. Я вам крайне признателен. Всегда пожалуйста. Понимаете, я завтра улетаю в космос. Куда? В космос. На орбиту. Вы можете себе представить? Весь следующий год я проведу на станции Мир. И буду сидеть часами и любоваться в иллюминатор на планету Земля. В том числе и на вас. А сейчас я просто хочу закрыть книжку. Пап, ты скоро? Скоро, скоро, сынок. Подожди еще минуту. Прости. Вы что, действительно не знали о правилах? Ну, конечно. Да если бы я знал, я бы выучил все ваши правила наизусть. Заказал бы сумму заранее. Попробуй поговорить с заведующим. Спасибо. Заходи, раздевайся. В эфире музыкальная передача. Здрасте, Надежда Сергеевна. Здрасте. А разуваться кто будет? Пушкин? Ты мой хороший. Солнышко ты мое в окошечке. Привет, бабуль, привет. Привет. Дай-ка тебе поцелую. Это что такое, а? Почему щеки такие липкие? Ты что это такое ел перед ужином? Бабушка, это секрет. Да, конечно, секрет. Мороженое ел, так и скажи. Хороший папа угостил, да? А бабушка для кого здесь старалась? Целый день у плиты стояла. Мороженое-то вкусное было? Ну, конечно. Кто ж теперь будет макароны-то по-флотски есть у плохой-то бабушки? Славка, ну-ка ответь скорее любимой бабушке. Бабушка, я все съем, я обещал. Обещал он. Надежда Сергеевна, вы сегодня прекрасно выглядите. Ваш любимый внучок дома, и что характерно, живой и здоровый. А мороженое мы ели, потому что праздник у меня сегодня. Так что я сейчас уйду, заеду за вашей дочерью в театр, и мы пойдем этот праздник праздновать. Вы же не против? Здрасте. Здрасте. А кто это? Ты чего? Это же муж Утешевой. Не слабый муж, жену на такси встречает. А чем он занимается? Не знаю. Говорили, вроде ученый какой-то. В ящике работает. В ящике? Угу. Ну, в смысле, вот прям в ящике, что ли? Марин, ну ты чего? Ящик – это завод такой секретный. Или институт. Короче, они оборонкой занимаются. Поняла? Ой. Ого! Варвара Игоревна, прошу. Карета подана. Это и есть твой сюрприз? Погоди, основной сюрприз еще впереди. Прошу. Варенька, наши люди после спектакля домой на такси не ездят. До свидания, Павел Миронович. Добрый вечер, до свидания, Павел Миронович. До свидания, мои дорогие. Благодарю вас. О! Спасибо. Петя, ты с ума сошел? Ты ему сколько дал? Это половина моего аванса. Варь,
Прошу вас, присаживайтесь. Меню, пожалуйста. Цветочки, позвольте. Вазу поставим. А, молодой человек, а будьте добры, сразу бутылочку шампанского. В ведерке. Прошу прощения. Шампанское полусладкое, полусухое, брют. Полусладкое? Полусладкое. Советское? А что, если не советское? Болгарское, итальянское. Для особых гостей французское. Вдова Клико. Перестройка. И мы перестраиваемся. Это хорошо. Ну, тогда тащите сюда вашу вдову. Будет сделано. И корочки черные, грамм 150. А мы пока изучим репертуар. Как говорится, just the moment. Merci beaucoup. Ух ты! Слушай, ты когда-нибудь пробовала? Почки зайчьи, запеченные с трюфелями. Трюфели? Ага. Конфеты такие. Ой, не пугай меня, девочка моя. Трюфели – это грибы. И причем очень даже вкусные. Давай закажем. Так, Утешев, ты мне лучше ответь на другой вопрос. Ты убил кого-то или просто ограбил? Чего ты взяла? Да потому что ты сорешь деньгами, будто это конфетти новогодние. Петя, что происходит? Скажем так, я получил премию. Не смеши меня. Ваши премии я знаю. Или вам в этот раз вместо квартальной Нобелевскую выдали? Между прочим, почему бы и нет? У меня есть 3-4 серьезных научных статьи в западных журналах. Science, Nature. Спасибо гласности. Насколько я для этого гения Ивановского статей написал. Сегодня еще одну заказал. Да что там западные журналы? У нас вон я тоже. Рационализатор. Изобретатель, можно сказать. У меня вон только за этот год 42 патента. В обувной коробке на антресолях валяется. Так что я заслужил этот ужин с любимой женой в хорошем ресторане. Варежка, я эти деньги заработал. Своим умом. Честно и, как я считаю, по справедливости. Так что ешь, пей и ни о чем не думай. И вообще привыкай к хорошему. Скоро у нас с тобой будет все только так, как сегодня. И никак иначе. Ну что ж, за тебя, моя маленькая, девочка моя хорошая, ты все, что есть у меня в этой жизни. Ты и Славка. И я в лепешку расшибусь, лишь бы вы были счастливы. Давай. А теперь и корочки. И балычок. Утешев, расскажи-ка мне теперь, пожалуйста, над чем же таким вы там в своей лаборатории работаете, что вам выдали такую фантастическую премию? Скажем так, мы куем щит для нашей Родины. И Леня Бенцмахер тоже кует. А как же? Леня Бенцмахер кует прямо в первых рядах. Значит, он тоже премию получил. Нет, моя хорошая. Только я. А почему же? А потому что без твоего гениального мужа ни одно изобретение нашего института в жизни бы не заработало. Потому что без меня они были бы просто бесполезны. Потому что никто и никогда во всем этом не смог бы разобраться, кроме меня. Так что ж ты изобрел-то? А это, варежка, уже государственная тайна. Ну а если без деталей? В общих чертах. А давай выпьем сначала. Коньячку, а? One, two, three. Оп. Что такое современная техника? Ну, скажем, самолет или даже большой корабль, авианосец. Это сплошная электроника. Компьютеры, микросхемы и прочая дрянь. А теперь представь себе. Навстречу этому гигантскому авианосцу мы посылаем маленький такой электронный пучок, импульс.
И весь этот фарш на 20 минут выходит из строя. Совсем. И эта махина со всеми ее самолетами, пушками, ракетами становится просто плавучим корытом, который можно брать голыми руками. Каково, а? Фантастика. Неужели такое возможно? Было бы возможно еще вчера. Но мы над этим только работаем. Почему же невозможно сегодня? Да потому что лабораторией заведую не я. Как тебе известно, Валентин Петрович Ивановский. И плевать, что я в балете понимаю больше, чем он в физике. Этот малограмотный трус, он боится всего, что выходит за рамки газеты «Советский спорт». Больше он ничего не понимает. Ладно, не суть. Нет, ну это невыносимо. Прости. Я больше не могу это слушать. Мой сюрприз? Нет, что-то. Все замечательно. Ты мне только скажи. Ты же не обманываешь меня. Ну, там, с этой премией, да и вообще. Я тебе больше скажу. Сюрпризы на этом не заканчиваются. Да? А что еще? У меня в кармане две путевки в Болгарию. Черное море. Так что через неделю вы со Славкой едете отдыхать, вот. А я приеду через пару дней. Петя? Да. Ты сошел с ума? Да. Какая к черту Болгария? Какое Черное море? У меня же театр, репетиции, спектакли. 22 апреля нужно концерт готовить. Какой концерт? Какой-какой? Праздничный. Ко дню рождения вождя мирового пролетариата. А, ну, да. Девочка моя. При чем здесь твой театр? При чем здесь вождь? Какой нафиг пролетариат? Тише, ты что? Что тише? У нас глаз, Петя. Настя! Варежка моя, ты себе цены не знаешь. Тебе с твоим голосом, с твоими данными надо петь Карнеги-холл, а не в этой твоей конюшне. Я тебе обещаю, ты будешь там петь. Обязательно будешь. Совсем занесло. Ты только вот что. Ты верь мне. И делай, как я тебя попрошу. И все будет хорошо.
Чай хочешь? Подожди ты. Ну что? Спит. О. Пошли на кухню, очень чай хочется. Петя, ты чего? Я того. Того. Мы цветы в ресторане забыли. Какие цветы? Да я тебе завтра 100 таких куплю. Мама еще не спит. Черт, ей в 6 утра вставать. Мама еще не спит. Она постоянно не спит. Она всегда на чеку. Пойдем, пойдем. Пойдем со мной. Подожди. Стой. Спасибо. Не выспался? Мне кто-то дал поспать? Мне Славку через полчаса в садик будить. Варь, песок еще есть? Куда тебе сахар-то еще? Не слипнется нигде, нет? Надо будет сегодня в правком зайти. К празднику в театре заказ дают. Почему? Наверняка будет индийский чай со слоном. Пора бежать. У вас сегодня вечером. Нужно очень серьезно поговорить. О чем? О Болгарии. Петь, я тебе говорила вчера. Я помню. Концерт «Вождь пролетариат». Ничего не хочу слышать. Беги уже. Варь! Тихо! Ты чего шумишь-то? Славку разбудишь. Ничего не забыл? На. Спасибо. Ну что, до вечера? Стой. Сюда иди.
теперь все. Закончилось? Закончилась операция? Да, Валентин Михайлович сейчас подойдет. Наташ, можно тебя на секунду? Извините. Там жена. Наташ, послушай меня внимательно. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. Здесь прохладно, еще простудитесь. Татьяна, принесите нам какое-нибудь одеялко. Хорошо, Валентин Михайлович. Доктор, как прошла операция? Понимаете, милая моя, в общем, там и оперировать-то нечего было. Я не понимаю. Как бы вам это сказать? Там ни одного целого органа не осталось. Примите мои соболезнования. Надо идти. Что? Я говорю, идти надо. Да, я иду сейчас.
Скажи, а Славка-то где? В садике. Его мамина подруга заберет. Он уже знает? Нет. Я ему сказала, что папа улетел далеко в Америку. Странно, почему же с работы Петра никто не пришел? Я не знаю, мне все равно. А в милиции уже что-то известно? Ничего. Машину нашли, но она числится в угоне. Прошу меня извинить. Утешиваю Варвара Игоревна? Да. Можно вас на два слова? Извините, пожалуйста. Майор Ферапонтов, Комитет государственной безопасности, 6-е управление. Варвара Игоревна, прежде всего, примите наши самые искренние соболезнования. Это раз. Во-вторых, завтра в 11:00 вам следует явиться к нам. Пропуск будет в бюро пропусков на ваше имя. Я не могу в 11. У меня репетиция. Ну, об этом можете не беспокоиться с руководством театра. Все уже согласовано, так что ждем вас завтра в моем кабинете. Скажите, а почему он на меня так смотрит? Вот этот, возле машины. Это Семен Федорович, мой коллега. Еще раз примите наши соболезнования. Варька, это кто? Я видела, они тебе корочки показывали. Они что, оттуда? Что им от тебя нужно? Свет, а почему он на меня так смотрит? Эй! Вы! А что вы на меня так смотрите? Варя, не надо, я тебе... А что вы смотрите на меня так? Варенька, я тебя прошу, не надо, пожалуйста! А что, какого черта он смотрит не на надо, меня? Не надо, Варя, я тебя прошу! Свет! Я тебя умоляю, Варя! Успокойся. Все. Все хорошо. Пойдем. Что скажете, Варвара Игоревна? Что? Что я могу сказать? Как? Совсем нечего? Знакомая вещь, Варвара Игоревна? Я сама дарила ее Пете на день рождения. Вы знаете, у нас за углом галантерея есть там. Все верно, Варвара Игоревна. Все верно. Пожалуйста, продолжайте. Я не знаю, что продолжать. Ну, расскажите нам про содержимое папки вашего мужа. Простите, вашего покойного мужа. Ну и вообще, расскажите нам про эту видеозапись. Простите, откуда она у вас? А вы не знаете? Нет.
Ну, хорошо. Тогда давайте я начну, а вы потом, я надеюсь, продолжите. Итак, Варвара Игоревна, ваш покойный супруг Петр Утешев обвиняется в промышленном шпионаже в пользу одной из капиталистических стран. Что? Следствием установлено, что около месяца назад гражданин Утешев был завербован с целью передачи информации о секретных разработках предприятия, на котором он трудился. Что? И к которым имел допуск. Что? Это чушь какая-то. Нет, подождите, это бред. Вы не могли что-нибудь перепутать? За это гражданину Утешеву была выплачена солидная сумма и гарантировано предоставление гражданства в Соединенных Штатах Америки. Для него и для его семьи. То есть для вашего сына и для вас, Варвара Игоревна.